Всем привет! Сегодня мы приготовим простой, вкусный, сытный макаронный салат с красной рыбой по-итальянски. Для его приготовления нам понадобятся отваренные до готовности макароны, подойдут гребешки, спиральки или бабочки. Кроме макарон нам понадобится красная рыба, подойдет как соленая, так и копченая красная рыбка. Красный болгарский перец, огурец, маслины без косточек, укроп, соль, черный молотый перец, сок лимона, растительное масло и немного сыра для подачи салата. Такой салат готовится очень легко, буквально за считанные минуты. Повторюсь, отваренные до готовности макароны перекладываем в глубокую посуду, добавляем к ним нарезанные мелким кубиком филе красной рыбы, огурцы, болгарский перец. Добавляем также в салат маслинки, разрезанные на четвертинки. Заправляем салат. Добавляем по вкусу 1-2 чайных ложки сока лимона. Салат солим и перчим по вкусу. По вкусу добавляем укроп. И примерно столовую ложку растительного масла. Все перемешиваем. Салат готов, перекладываем его в салатник, посыпаем сыром, натертым на мелкой терке, и можно подавать салат к столу. Я надеюсь, что вам понравится макаронный салат с красной рыбой по-итальянски, а у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока!